Глава Одинцовского городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов вместе с инициативными жителями Звенигорода проинспектировал очистные сооружения «Верхний Посад». На объекте продолжается неотложный ремонт. Все последние недели силами муниципалитета принимается комплекс мер, чтобы устранить неприятный запах, на который жаловались жители. Глава муниципалитета подчеркнул, что окончательным решением проблемы станет полная реконструкция очистных сооружений, поскольку они изношены более чем на 90%. Для этого округ продолжает работу по включению объекта в федеральную программу «Чистая Волга» на 2023-2024 годы.